Село Трушены, 20 километров от столицы Молдовы, Кишинева. Трушены далеко не самое бедное и не самое маленькое село. Здесь живет около 10 тысяч человек. Однако централизованной системы водоснабжения в Трушенах нет. Условия в селе не самые комфортные, но, похоже, жители уже привыкли. А как же вы моетесь? Как? Как все. В тазике или в летнем душе на улице, когда тепло. Узнав, что мы снимаем репортаж о качестве воды, один из местных жителей охотно ведет нас в верхнюю часть села. Мы упираемся в ничем не огороженную мусорную свалку. Через нее и протекает вода. Вся эта вода стекается сверху. Сейчас вы, как увидите, что там происходит, возьмете за голову. Так и живут люди. Фильтры или тем более покупную бутилированную воду здесь себе мало кто может позволить. Этот мужчина живет здесь с самого рождения. Все эти годы источник воды один – колодцы. В свои 50 лет он жалуется на проблемы со здоровьем, но не считает, что причиной этому плохая вода. Вода хорошая, мы и пьем ее, и еду на ней готовим. Другие жители более скептически относятся к качеству воды. Пробу специалиста не брали уже давно. Может, в ней и есть нитраты, но проверок никто не делал, кто там знает. По данным молдавского Минздрава, вода почти во всех колодцах страны содержит нитраты. А исследования Академии наук показали, что 20% случаев заболевания гепатитом и желудочно-кишечными болезнями – следствие именно плохого качества воды. Из тех же колодцев поят скот и лошадей. Однако местные жители знают свой рецепт долголетия. Я вообще думаю, что лучше пить вино, а не воду. Дарья Кудрявцева, «Настоящее время».